Очень такой интересный вопрос. Ты видишь и рождение детей. Когда родится ребенок? Это видно у женщины, или это видно у мужчины, или это видно только у женщины? Как ты это делаешь? Нет, это видно и у женщины, и у мужчины, но я не вижу всех детей. Я вижу кармических детей, их видно достаточно ясно и четко, потому что человек, как физический объект, имеет так называемое золотое сечение. Это пересечение его духовных качеств и еще не утраченной генетики. И вот этот вот момент, в этот момент, он может произвести самое лучшее, что он может дать этому миру. И в это время и женщина очень хочет ребенка, и мужчина пытается сделать все, чтобы кого-то оплодотворить, чтобы у него родился ребенок. Это внутренняя какая-то вот тяга, я даже не могу ее объяснить, я просто ее отследила как закономерность, и все, и поняла, где оно находится. Но как бы этого ребенка я увижу точно. Так, не все, кстати, люди рожают этих детей, то есть они беременеют, но принимают решение не сохранять ребенка. Но я рекомендую рожать этих детей То есть кармических. кармических Да, это лучше самое все-таки лучшее, что рожать. может дать человек этому миру, потому что здесь баланс между воспитанием, которое он способен дать ребенку уже, и физическим здоровьем самого ребенка, которое он будет иметь в дальнейшем. Дети до этого будут обладать более хорошим здоровьем, дети после этого более хорошим воспитанием. Но опять-таки, я сейчас говорю о людях, которые не имеют, скажем так, склонностей к каким-то зависимостям, потому что если человек там пьет, курит, колется, то, к сожалению, практически в любом возрасте у него будут проблемы со здоровьем его детей. Так, что еще там можно Ну, а по сказать? поводу Значит, плодовитости, деторождения, у да, кого-то есть, у значит, кого-то ж нет? да, значит, в дате рождения человека бывает такой момент, ну, я это называю перекрыты дети. То есть есть определенные цифры, которые мне сигнализируют о том, что здесь будут проблемы с деторождением. Так, но тут многое может зависеть либо от партнера. То есть бывают женщины, которые с очень многими мужчинами не могут родить, но попадаются вдруг случайно встречается партнер. Так, у меня есть, кстати, такой вот И случай сразу взлет. с моей подругой, да, совершенно случайная встреча, вот перед этим 7 лет желания родить ребенка, усиленные и лечение, и самостоятельные пробы, вот, и тут случайная связь, и она забеременела, при том, что у женщины был поликистоз, была частичная непроходимость труб, вот, ну, естественно, она родила этого ребеночка, вот. Так, то есть, когда перекрыты, то есть от партнера зависит, да, что может быть. Если на совместимости пары есть прямые дети, это говорит о том, что дети там будут 100%. Хотят они или не хотят, они получатся случайно, даже если они будут пытаться предохраняться. Я Так. понял. Если на совместимости пары нету прямых детей, то это говорит о том, что им над этим придется поработать. Так. Потрудиться. Да, ну сейчас есть много технологий, и эко, и суррогатное материнство. То есть, в принципе, много пар могут решить проблемы либо усыновления, удочерения. Тогда вот затронут был только что вопрос, я понял, совместимость партнеров, да, и от чего зависит совместимость? Есть ли универсальные советы для семейных пар, или же это все опять-таки очень строго индивидуально? Ну, универсальные советы – это совет да любовь. Уважайте и цените друг друга, пока вы находитесь рядом с друг другом. Так? Но все остальное это уже конкретные советы, потому что каждый из людей обладает, ну, собственным характером, так, собственными привычками, своими реакциями на мир. Так? И вот при соединении и психоэмоциональных сфер, и типа мышления людей, да, образуется строго определенная последовательность развития отношений. Отношений Да, их во времени. отношения, да, во времени, естественно, так. И вот при соединении дат рождения людей можно увидеть, как они познакомились, как будут развиваться их события и чем закончатся эти события. И какие проблемы у них на совместимости могут возникнуть. И, исходя уже из проблем, можно давать советы, как попытаться сохранить эти отношения, как себя вести, чему радоваться, чему горевать. Есть вещи, которые необратимы. То есть, если у человека по судьбе стоит второй брак, это естественно, что первый у него распадется. Даже если партнеры хотят сохранить эти отношения, либо один из партнеров, то тут как бы без вариантов. Могу только успокоить и сказать, что впереди есть перспектива, и не надо так сильно расстраиваться.
Ясно. Ну, так как мы уже говорили о детях, хотелось бы продолжить эту тему. Этот вопрос, он будет интересен и будущим родителям, и молодым, уже состоявшимся родителям, вообще всем родителям. Поэтому вот от чего же все-таки зависит счастье и успех наших детей. И сразу традиционно хочу зачитать очень красивый, интересный отзыв. Мне он очень понравился. У Тамары было 2 раза. После первого настолько все сбылось, причем даже в те сроки, которые она оговорила, что я, не задумываясь, на следующий день после выписки из роддома поехала на консультацию для подбора имени своему ребенку. Со списком имен я приехала, и, как оказалось, то имя, которое я наиболее хотела дать, несло проблемы по здоровью, то есть частые хирургические операции. Кроме подбора имени, также узнала характер, совместимость ребенка со мной и мужем и тому подобное. А когда рожу 2-го, обязательно поеду к Тамаре за именем. И если хотите узнать будущее, ничто так точно не предскажет, как нумерология. Виктория. От чего зависит успешность детей, их счастье, их здоровье, их богатство? Ну, вообще говорить, скажем так, от чего зависит. Смотрите, для всех родителей свои дети – это самые умные, самые красивые, самые хорошие, самые любимые. Каждый человек, каждый ребеночек определяется, имеет вот свои данные. И он может быть успешен один в одном, другой во втором, третий в третьем. Поэтому говорить о том, что люди совсем не имеют талантов, такого вообще не бывает. Скажем так, у одного человека может качество этого таланта быть выше, у другого чуть ниже. Каждый имеет свою натуру, свои реакции на мир. Поэтому в зависимости от того, каким образом мама с папой развивают эти таланты, так, таким образом ребеночек и будет продвигаться по жизни с этими вот их какими-то, да, вот их вложениями, родительскими вложениями. Родители очень сильно влияют на детей, очень сильно. И до 17 лет детки идут полностью под кармой родителей, так? И очень сильно зависит от них. Но по дате рождения, имени, отчеству, фамилии ребенка можно определить его таланты, его возможности, его ограничения. Но я хочу сказать такую вещь еще, чтобы люди вот не винили себя, что что-то не доделали. Я встречаю такое, когда родители вот винят себя за то, что там в детстве или меньше внимания уделял, или туда-то там не отдал учиться ребенка. Дело в том, что на каждый момент времени мы не можем поступить иначе, чем поступаем. Потому что к этому событию мы подходим в определенном возрасте, с определенным опытом, с определенной психоэмоциональной сферой. То есть, значит, в этом была предрасположенность судьбы. То есть, ну, так вот она судьба и работает, когда мы не можем на это как-то повлиять, даже если нам хочется, оно не будет получаться. Поэтому, если мы что-то делаем, надо это делать хорошо и с полной отдачей. Поэтому, когда мы вкладываем что-то в детей, пусть вы не можете все аспекты его жизни осветить своим светом, своей любовью, осветите то, что вы можете, но как можно качественнее. Потому что это же качество потом проявится на его жизни в дальнейшем и улучшит его гармоничность жизни. А таланты, способности, да, их можно увидеть, я могу подсказать, там, допустим, ребенку то ли в спорт идти, то ли у него математический склад ума, надо на этом акцентироваться, то ли у него там художественные таланты есть, либо там деловые какие-то качества. В зависимости от этого выбирать уже направление обучения, движения по жизни. То есть, если я правильно понимаю, вот у каждого человека, у ребенка изначально, да, есть какая-то область максимальной самореализации, то есть это та область, есть которая минимально напрягается. Есть стартовая площадка, с которой он начинает. Так. И ну, вот в дальнейшем... Можно ли определить сразу по дате рождения, фамилии, имени, отчества ребенка вот именно ту область, где действительно он проявит себя максимально, где он будет работать максимально эффективно и получать и удовольствие, и заслуженное материальное награждение? У некоторых – да. Если вы заметили, но такие дети, они сами всегда в детстве знают, кем они хотят быть. То есть это говорит о том, что у них превалирует определенное качество. Допустим, ребенок, у него энергетика врача, у него есть предрасположенности к врачеванию, и он уже с детства начинает кого-то лечить. С детства уже
к нему приходят другие, там что-то там пожаловаться, он как доктор, как лекарь. Эти детки, вот когда маленькие, они прикладывают ладошки, ручки к щечкам или мамы, или папы, им вот все время хочется своей энергетикой повлиять на других людей. Так, то есть как бы тут видно, да, что основное качество, его много, его, оно сильное. То есть и этот ребенок станет врачом рано или поздно. Так? Есть люди, которые не знают, чего они хотят по жизни. Но это не говорит о том, что у них совершенно нету никаких способностей. У них просто большая разноплановость. То есть у них того чуть-чуть, того чуть-чуть, того чуть-чуть, того чуть-чуть. И поэтому они вот могут менять профессии, могут получить несколько образований, потому что сначала им нравится одно, потом им нравится другое. Так, могут вообще по жизни заниматься там чем-то 4-5 лет, доходить до определенного уровня, им это становится неинтересным, они начинают заниматься чем-то другим, то есть такая наработка опыта. Так. Но это тоже и неплохо, и нехорошо, это их судьба, им надо это сделать, так? То есть они просто так живут, вот у них такая судьба. И на самом деле ничего, я же говорю, плохого здесь нету. То есть есть люди, которые созданы печь хлеб, но могут это делать настолько мастерски и настолько вкусно, что мы приходим и говорим им все время спасибо. Да. Конечно, то есть талант же, он в любой области может проявляться. Ясно. Поэтому говорить там о богатстве, ну да, каждый хочет, чтобы его ребенок был богатым, самым-самым-самым гениальным или талантливым, но не это есть счастье. Счастье – это гармоничность жизни. Это когда у тебя есть и перспектива роста в любом деле, и при этом у тебя, скажем так, задействованы все сферы жизни. И семейная, да, личная, и профессиональная реализация идет, и здоровье хорошее. Вот этот баланс, да, вот он и называется счастьем-то на самом деле, гармонией. Тут нужно еще такую тему затронуть, очень важную. Совместимость есть родителей, значит, есть совместимость и детей с родителями. Ну и, соответственно, бывает же так, что не все гладко, и, возможно, есть какие-то советы универсальные, или же все-таки тут тоже, опять-таки, все нужно смотреть очень строго индивидуально. Ну, универсальный совет всегда один и тот же. Любите и будете любимы. Так, но, к сожалению, не всегда он работает, потому что дети, они не просто так рождаются в определенной стране, в определенной семье, да. То есть это тоже своего рода причинно-следственные связи. Так? Карма. Да, карма. Так, и в зависимости от того, что надо отработать и самому ребенку, и родителям, да, в отношениях с этим ребенком, то и будет проявляться. Поэтому не все отношения хорошие. Так? И когда я рассматриваю не очень удачные отношения родителей с детьми, я даю рекомендации, я могу дать рекомендации, на что не стоит обращать внимание, так? Вот просто не держать ни обид, ничего, потому что это изменить нельзя. Так? А что можно подкорректировать, да? Что может объединить этих людей, что может усилить их гармоничность совместную, что может их даже привязать. То есть есть вещи, которые можно привязать родителей и детей, и они будут общаться. Так? И со временем, так, ну, то есть есть люди, да, вот, которые, детки выросли, да, родители там вот в свое время упустили какой-то момент, и они на них обижаются за это и отстраняют их от своей жизни. У меня была такая клиентка, вот приходит и жалуется, что да, я виновата, там я работала всю молодость, поэтому не уделяла внимания, дочка была у бабушки и воспитана была бабушкой. А сейчас вот она, у нее своя семья, она родила внучку, я хочу общаться, она меня не подпускает туда. Так. То есть, и складывая их даты рождения вместе, я вижу, что там стоит кризис. Кризис достаточно длительный. Так? Но в конце есть хорошая циферка. То есть все-таки помирятся. Да, то есть, но это придет, вот, когда дочери уже будет там 30-30 с хвостиком, когда сама дочь станет на другой уровень мудрости, когда она сама поймет, что родители не выбирают, что есть обстоятельства жизни, что есть характер самой ее мамы. И есть молодость элементарная, когда мы на абсолютизме идем, а мудрость она с годами приходит. Точно так же, когда у дочери придет эта мудрость, она по-другому посмотрит на эти отношения и примет, и они станут тепло и хорошо общаться. Но есть, где стоят разрывы, и тут я ничего не могу поделать, скажем так, я просто говорю, что вы не переживайте, вот такая судьба, вы примите то, что есть.
Вот, потому что иначе вы себя изведете и детям своим нервы будете портить. А так вот взаимодействуйте на расстоянии, предложите все, что вы можете предложить, свою помощь. Не устраивайте по этому поводу ни истерик, ни скандалов, ни претензий не предъявляйте, а примите как есть. Оно в любом случае станет мягче, то есть можно, скажем так, успокоить этот кризис, да, эти вот сложные отношения. Ну, сознание людей. Надо Интересно. Работать с сознанием и восприятием. Ну, в таком случае хотел бы уточнить, стоит ли родителям заблаговременно обеспечить себя информацией относительно того, к чему предрасположен этот ребенок, то есть в какой области у него таланты, и уже изначально смотреть, бдительно видеть, развивать эти таланты, создавать благоприятную обстановку для их раскрытия. Если люди уже ко мне пришли и хотят это узнать, значит, стоит. Люди, родители, которые не придут и через свое субъективное мнение будут пропускать свои желания и намерения по поводу детей, они не придут все равно. Но здесь проблема такая, что родители и дети, повторяю, они тоже проживают свою судьбу, так? И поэтому зачастую давление родителей на детей есть карма, судьба самого ребенка. Когда этому ребенку надо испытать это давление, надо получить эти стрессы, так? То есть для чего-то ему это надо. Поэтому, когда человек имеет информацию об этом, он может помочь усилить эту тягу, он может создать какие-то более благоприятные условия. И говорить, что это плохо? Нет, это неплохо. Часть родителей являются соратниками своим детям, и они готовы помочь, и они действительно могут усилить это качество, может увеличить таланты, может помочь зайти ребенку на более высокий уровень в дальнейшем на его реализации. Ну а родителям, которым положено угнетать детей, да, или... скажем так, вот ребенку по судьбе испытывать какие-то проблемы и неприятности, то родитель сам будет навязывать свое субъективное видение ребенку. Ну вот говорят, что родители очень часто свои нереализованные мечты пытаются воплотить в своих детях, так? Да. А ребенку это Бывает. Совершенно не подходит. Бывает. Так, ну я хочу сказать так, что если ребенок даже и получит какие-то знания, на которых настаивает родитель, то в дальнейшем, освобождаясь от кармы родителей, а это произойдет в 17-18 лет, он может начать свою дорогу. А дополнительные знания лишними никогда не бывают. Но тот период, конечно, когда его заставляли чем-то заниматься, а он этого не хотел, это его испытание. Значит, они ему были прописаны по жизни. То, что изменить нельзя, это нельзя изменить. Понимаете, вот все очень просто. А то, что изменить можно или на что можно повлиять, вот здесь и наша задача людей, так сказать, всех, вот сюда и вмешаться, и улучшить все, что можно улучшить. То есть, если родители и дети друг другу кармические, антикармические, то там изменения нереальны. Есть четкая последовательность. Да, там даже я даже заметила, что даже если человеку объясняешь, вот говоришь, что вот ваше субъективное мнение будет во вред ребенку. Ну, этого хватает на короткий промежуток времени, и в дальнейшем оно как выветривается из головы родителей, и все равно они начинают давлеть своим мнением на ребенка. Но, повторяю, это просто судьба. И, Виталий, насколько я знаю, вы сами пережили подобную судьбу в детстве. Ну, об этом мы не будем сейчас говорить. Вот, поэтому и что-либо изменить здесь нельзя. Но в дальнейшем у ребенка есть свои возможности проявить. Потом, если есть талант, да, вот реально на уровне там или гениальности, то этот талант все равно пробьется. Давит на него, не давит, он все равно проявится в жизни этого человека. Если он хочет быть художником, он будет художником. Если он хочет быть поэтом и тянется к этому, будет он поэтом. Хочет быть изобретателем, тоже будет. Поэтому говорить о том, что мы мешаем или помогаем, однозначно нельзя. Скажем так, если мы можем помочь, давайте поможем. Если мы можем не мешать или меньше мешать, давайте меньше мешать. Понятно.